Обычно крупную белую фасоль сначала вымачиваю, потом очищаю от кожуры. Но сегодня совсем другое блюдо. Привет, друзья! Вы на канале Волшебная еда, и сегодня готовлю вкусную крупную белую фасоль. Перебираю и тщательно промываю 500 грамм фасоли. Выкладываю в кастрюлю и заливаю холодной водой. Ставлю на плиту и довожу до кипения. Накрываю крышкой и оставляю на 15 минут. Сливаю первую воду и вливаю чистый кипяток. Накрываю крышкой и варю до готовности. Нарезаю мелко одну луковицу. Разогреваю сковороду с подсолнечным маслом и обжариваю лук до золотистого цвета. Добавляю 1 столовую ложку томатной пасты и 1 столовую ложку муки. Обжариваю с луком 1 минуту. Вливаю немного бульона от фасоли в сковороду. Добавляю готовый соус в кастрюлю с фасолью. Солю и перчу по вкусу. Перемешиваю и накрываю кастрюлю крышкой. Через 10 минут подаю фасоль к столу, обязательно с соленьями. Очень вкусно, попробуйте. Если понравился рецепт, ставь лайк и подписывайся на канал Волшебная еда. Впереди много интересного. Состав ингредиентов и их количество под видео.